Приветствую вас на канале Hard Reset Info. В этом видео вы узнаете, как изменить звук уведомления WhatsApp. Для начала откройте приложение WhatsApp. Далее в правом верхнем углу нажмите на три горизонтальные точки. Затем перейдите в раздел «Настройки». Выберите пункт «Уведомления». И затем перейдите в «Звук уведомления». Перед вами появится разная вариация звуков. Выберите какой-то один, а затем нажмите «Ок». Таким образом, вы изменили звук уведомления. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.